Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 536. Дано. Нам дан треугольник ABC, и в этом треугольнике проведена биссектриса угла B. BD – это биссектриса треугольника ABC. И нам нужно в пункте А, нам нужно найти AB. Если известно, как видим, нам даны BC – это 9 сантиметров, AD – это 7,5 сантиметра, и DC – это 4,5 сантиметра. Таким образом, нам даны отрезки, на которые биссектриса BD делит сторону AC, и дана одна из сторон треугольника BC. Задача 535. Мы доказали, что отрезки, на которые биссектриса делит противоположную сторону треугольника, пропорциональны соседним сторонам треугольника. То есть AD так относится к стороне AB, как отрезок DC относится к стороне BC. Отсюда мы можем записать, что AB умножить на DC будет равно AD умножить на BC. И нам нужно найти AB, тогда AB будет равно AD умножить на BC и разделить на DC. Подставим значение. AD – это 7,5. BC – это 9 сантиметров. DC – это 4,5. 9 и 4,5 мы можем сократить. Если мы 4,5 разделим на 4,5, будет единица. А если 9 разделим на 4,5, будет 2. Таким образом, 2 умножить на 7,5 будет равно 15 сантиметров. Пункт Б. В пункте Б нам нужно найти DC, а известны нам стороны. Нам известны стороны треугольника и один из отрезков, на которые биссектриса BD делит угол делит сторону AC. Ну, биссектриса BD делит угол B на два равных угла, вот так запишем еще, и воспользуемся соотношением, которое мы доказали в задаче 535. AD, перепишем его еще раз, AD так относится к AB, как DC относится к BC. AB умножить на DC равно AD умножить на BC. А нам нужно найти DC. Тогда DC будет равно AD умножить на BC и разделить на AB. Подставим значение. AD – это 20, BC – это 16, AB – это 30. Можем сократить на 10, будет 2, а здесь будет 3. 2 умножить на 16 – 32, 32 третьих. И это будет равно 10,2 третьих. И теперь запишем ответ. В пункте А мы нашли сторону АБ, она равна 15 сантиметров. А в пункте Б мы нашли сторону ДС, и она равна 10,2 третьих. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения, пожелания, то подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.